Тим часом вже неодноразово за останній час від Сполучених Штатів Америки ми чули про те, що Росія може готувати і швидше за все готує операцію під чужим прапором у Чорному морі. Коли такі тези лунають зараз від представників Сполучених Штатів Америки? По-перше, про що вони свідчать? Це натяк росіянам на те, що західні партнери можуть упередити цю провокацію? Це як попередження? І чи, знову ж таки, наскільки зараз підвищується градус напруги і небезпеки у Чорному морі? Ну, он и так уже поднят. В Черном море проводятся боевые действия, куда уже больше. То есть в Черном море любой военный корабль российский – это легитимная военная цель, которая должна быть уничтожена. Любой корабль российский, который перевозит военные грузы или причастен к ведению боевых действий, он должен быть уничтожен любыми средствами поражения. Нам сейчас нужно пока... не будет решен вопрос конвоев под эгидой ООН, голубых касок или НАТО, нам нужно полностью прекратить судоходство на Черном море, прекратить и перейти в режим глухой обороны, пока не будет решен вопрос с закрытием, в смысле прикрытием от ракет и кораблей российских, подводных лодок, торпед, наших кораблей или тех кораблей, которые будут заходить в порты, южные порты, нужно полностью перейти в режим обороны, а дальше уже, увеличивая количество, плотность противовоздушной обороны, увеличивая количество своих береговых ракетных комплексов, прикрываясь, может быть, натовской авиацией в том числе, но это надо проводить определенные переговоры, вот должен быть совет Украина-НАТО, так там туда тянуть надо. Идея совета нормальная, идея его созвать тоже хорошая, только надо вопрос поднимать не зерновой сделки. Какая может быть сделка? Сделка только с дьяволом может быть. Забыть за словосочетание «зерновая сделка». Надо поднимать вопрос об безопасности судоходства согласно морского права. Вот этот вопрос надо поднимать. Для того, чтобы открыть все порты, которые используются для отгрузки или приемки экономических грузов. И, естественно, контроль с воздуха, контроль береговыми комплексами самих маршрутов движения судов. То есть надо подходить, надо забыть за эту сделку, надо выбросить россиян. Их надо закатывать в санкционную банку, а не то, что толкает Эрдоган, Путин и Гутьерреш, наоборот, снять с России санкции. Эрдоган, ну это нормально, у него там, скорее всего, есть личные интересы для того, чтобы снимать санкции с Путина. И Гутьерреши тоже такие же самые меркантильные, потому что по-другому уже никак. Никакие другие невозможные. Государство-террорист, которое убило сотни тысяч украинских граждан, с ними вообще кто-то в какие-то контакты вступает. А Эрдоган еще собирается Путина у себя принимать. Не налобызались еще. То есть вот как раскрывается иногда истинные лица вроде как партнеров. А теперь надо контрразведке конкретно заняться всеми так называемыми украинцами, имеющими заграничные паспорта, турецкие, израильские, венгерские, то есть российские, потому что слишком большой наплыв сейчас непонятно кого в Украину. Нас сейчас начинают опять раздергивать на всякие новые поблажки, на какие-то видения дальнейшего развития дальнейших процессов. Особенно израильтяне второй год уже проталкивают эту идею. В прошлом году это Беннет на 15 лет Крым-Донбасс дать. В этом году уже мы слышали и Киссинджера, и, по-моему, Шейтерман тоже в информационное поле вбрасывает идею там, на 5 лет дать возможность россиянам выйти из Крыма, построить новую базу в Новороссийске и туда перевести Черноморский флот. Черноморский флот должен быть потоплен, а в Новороссийске база военного флота Черноморского должна быть уничтожена. Вот это подход. А когда израильтяне начинают пропихивать нам свое видение развития ситуации, тогда возникает вопрос к нашей контрразведке.
вы в конце концов мышей ловите или нет. А коты, которые мышей не ловят, их же выбрасывают, ставят новых котов. То есть надо подумать контриком, в конце концов, над этим видением развития ситуации и о участии этих людей, которые совсем не украинцы, российские израильтяне, которые в Украине проталкивают идею сдать Крым на 5 лет России. Это что еще должно быть, чтобы включить определенные статьи по госизмене? До теми ППО ще хотілося б повернутися, зокрема, от напередодні під час атаки безпілотників на Москву резонне питання у багатьох виникало. А де ж ті панцири, які мали закрити Москву? Що із ними? І чи існують, чи працюють вони взагалі? Панцир, який стоїть на крыше дома, знаєте, как три тополя на плющих, и его видно, а он практически ничего не видит. Почему? Потому что рядом с ним в радиусе действия его локатора очень много железобетонных изделий, то есть все дома практически это железобетон. Потому они светятся, как новогодние елки, и панцирь просто ничего не видит. Сверху он, может быть, и увидит, то есть под углом там, допустим, градусов 20-30, но то, что идет в горизонте или ниже его нахождение его точки, он вообще ничего не увидит. Нет механизмов отсечь помехи от города как такового. Потому те идиоты, которые поставили армейский зенитно-ракетный комплекс в центре города, просто сделали такую новогоднюю елку и больше ничего. Ну и не дай бог он включится. Если он начнет работать, то все ракеты в радиусе 20 километров будут встречаться с домами жилыми. Они же не выполнят задачу. Вот дома они пошибают. Ну, естественно, противоракета сама по себе, она сотни килограмм веса, и это и боевой части, которая иногда больше, чем боевая часть того же дрона. Потому она сама по себе, противоракета, панциря, она сама по себе больше беды принесет, чем любой дрон, который они попытаются сбить. Хотя они их не видят. Вот исходя из последней атаки, панцирь на крыше Министерства обороны в центре Москвы просто не увидел, даже не обратил внимания на эти беспилотники. Тобто можно сказать, что Москва фактически не захищена, правильно? Ну, после того, как прошли в центр города беспилотники, которые выполнили боевую задачу, в центре возле Министерства обороны, возле главного разведуправления Генштаба Министерства обороны в конце ударили и выполнили боевую задачу по штабу киберпреступности основной, грушной. Ну, понятно, что у них вообще нет системы ПВО. Там они просто, она не дырявая, она просто отсутствует. Нет механизма Москву прикрыть. В свое время Москва, все во время Советского Союза, Москва прикрывалась тремя уровнями обороны, и то не круговыми, только с запада, юго-запада и юга. Третья линия обороны проходила по северо-востоку Украины в то время. Третья линия обороны Москвы, ПВОшная. И то она не перекрывала Москву. А сейчас они вообще нечем им перекрыть. Они не смогут выполнить задачу. Слишком большой населенный пункт, там только МКАД, по-моему, крайние 100 километров по протяженности. И это практически нереально.